вернулся. Дела пошли хуже, чем я думал. Ты получил новое задание. Джека нужно остановить. Он активирует камни. По-моему, они жутко уродливые. И мне тоже неохота за них умирать. Наверное, этих надо убить первыми. Решено. Дуй по тропе, а дальше направо. Значит, Мейс не справился. Хотя все равно он бы не дожил даже до сегодняшнего вечера. Он стал слишком стар. В этот раз ты опоздал. Место средоточия активировано. Но не волнуйся, я с тобой еще не закончил. Похоже, все, что он хотел, он уже сделал. Но портал еще открыт. Ступай за ним, а я останусь. Покажу им, кто такая Брайер Роуз. Джеку место средоточия Учащённого озера. Попробуй поднять боевой множитель еще выше. Джек у места сосредоточия в пещере Холдов. Тебе привет от Леди Грей. Туда же идут и все остальные. Ступай за ним. Я же без сил. Мне нужно отдохнуть. Джек добрался до места сосредоточия на висельном холме. Останови его! Yeah.
надеюсь, в ее иссохших жилах еще осталась какая-то кровь. Хотя, смотрите-ка, пополнение прибыло. Ты готов увидеть, как пылает твоя гильдия? Не позволяй ему. Ты получил новое задание. Мы ничего не могли поделать. Он так силен. Так силен. У него твоя мать и сестра. Если кто-нибудь из них погибнет, помоги нам всем, Або. Останови его, сынок, ради всех нас. Трогательная встреча. Мать, сын, дочь и меч. Не хватает только одного. Осталась только твоя кровь. И тогда я спалю этот мир.
отец! Перебухался, как жалкое насекомое! Начал душить его.
Вот и выбор. Помнишь, я давным-давно говорила: убей меня мечом вечности, и обретешь могущество, о котором Джек не мог и помыслить. Или брось меч в водоворот, и тьма его сгинет навеки. Так что же ты сделаешь, братик? Там, где им место, в небытии. А мне пора найти свое место. Оно не здесь, я знаю. Герой одержал верх над Джеком из тени и отказался от темной власти меча. Когда он вышел на свет, толпа выкрикивала его имя. Он шествовал, подобно живой легенде. Шли месяцы, гильдия возрождалась. Стены ее были отстроены заново, порядок был восстановлен. Терезе было тяжелее. Стремясь исцелить боль от страшных ран, изуродовавших ее душу, она удалилась в дальние края. Прошел год. Избавленный от власти Джека Альбион постепенно ожил, и величайший из всех героев наконец смог обрести покой. Теперь ты очень знаменитый герой. Прости, что я тебя отвлекаю, но мы получили весть от жнеца, одного из старейших героев. Он давно покинул гильдию и сгинул в северных пустошах, но теперь... Хотя, пожалуй, отправляйся лучше к помосту у ворот гильдии, сам все и увидишь. Зайди в гильдию за заданием.
Ты получил новое задание. Мы узнали, что два ножа хочет отомстить за свое унизительное поражение. За тобой охотится шайка опытных убийц. Берегись неожиданных нападений. Знаешь, ты замечательно стреляешь. Тебе следует побывать на стрельбище у Нотхоу-Глейд. Йо-хо! Ура! Да! Налей что-нибудь. Да что угодно. Желаю приятного дня.